Добрый всем день, уважаемые друзья, будущие подписчики канала на YouTube. Это снова я, Наталья, волонтер бездомных животных города Ефремова, Тульской области. Иди сюда, Жулечка. Вот. Я уже 7 лет, как я и ранее говорила, занимаюсь помощью бездомным животным города Ефремова. Но у меня есть свой маленький мини-приют, в котором на данный момент находится у меня 45 собак. Вот. Одна из них вот у меня собака-инвалид Жуля. Жуля – это третья спинальница в городе Ефремове. Вот. Жуле купили коляску. Жулечка, Жуля, посмотри на меня. Вот. Сейчас у нас небольшие проблемы вышли с тем, что у нас открылся пролежень. Вот. Так в целом Жуля живет. Очень подвижная, очень хорошая собака. Очень умная, ласковая. Сейчас Жулечка кушать будем. Вот. Мой телефон для... Мой контакт, если что, мои группы находятся в Одноклассниках. Группа называется «Помощь бездомным животным. Город Ефремов. Твори добро». Моя группа находится также ВКонтакте. Мой телефон для связи 8-902-916-10. Вот. Карта Сбербанка 42-76-66-00-17-47-08-65. На имя Мария Владиславовна С. Кто хочет помочь нашему приюту, вот, мы очень нуждаемся в помощи, так как в последнее время с собаками мы просто реально выживаем. Вот, если я раньше ездила к своим собакам каждый день, сейчас я езжу к ним через день, так как финансовая сторона у нас как бы остается прежней, но в магазинах все очень подорожало, и мы с собаками еле выживаем. Вот. Очень буду рада любому пожертвованию, вот, любой копеечке, присланной в фонд помощи бездомным животным города Ефремова. С уважением к вам, Наталья.